фронте! Ястреб, ястреб, это сокол. Я в зоне высадки, ястреб. Ястреб, как слышишь меня? Прием! Ты ведь все понимаешь. Опять человеческий фактор. Ну, не было настроения у дежурного, когда Грушина подавала заявление. Может, он с женой поссорился. Или еще что. А ему тут такой геморрой подсовывает. Но ты ведь сам знаешь, как тяжело расследовать эти преступления. Вот он ее отфутболил. Попросту отмахнулся. Ладно, проехали. Мы украли деньги для себя. Мы украдем деньги и для вас. Банк Гоп-стоп. Банк Гоп-стоп – это ваш банк. Сегодня, дядя, мы с вами изучим великого нашего писателя Александра Сергеевича Пушкина. Письмо Татьяны. Я вам пишу, чего же более, что я ей могу еще сказать. Теперь я знаю, в вашей воле меня презрение. Продавщица, заказывать будем, мужчина? И в таком ключе может быть кто угодно. Престарелая женщина, никогда никому не давала, ничего не брала. И ходит, следит за кем-либо. Боже, как я его любил. А я живу в озвученной квартире, а есть у нас рояль и саксофон, а громкоговорителя 4, и на каждой кухне патефон, и у меня есть тоже патефончик, только я его не завожу, потому что он меня прикончит, я с ума от музыки схожу, кошмар!